В Новосибирской области активизировались клещи. За минувшую неделю медики зафиксировали 625 укусов. Это в 3 раза больше среднего показателя для конца апреля за много лет наблюдений. 2/3 укушенных получили экстренную дозу противоклещевого иммуноглобулина. Заболевших людей нет. Между тем, из 600 исследованных клещей каждый 5-й переносчик опасных болезней. У 39 обнаружен вирус клещевого энцефалита, у 72 боррелий. В региональном Минздраве уверяют, что дефицит иммуноглобулина для экстренной профилактики в области нет. Заготовлено более 17 000 доз.